напутствие Вероник Малле. Вышка, которую практически видим впервые, потому что до сих пор, хотя и 19 лет, но она не выступала ни на чемпионатах мира, ни на чемпионатах четырех континентов, а попала она в этот этап благодаря тому, что на последнем чемпионате Канады заняла 5-е место, и это, пожалуй, ее пока самое большое достижение в карьере. Конечно, несомненное достоинство этой фигуристки, но говорить о ее каких-то дальнейших перспективах, наверное, нет смысла пока. Во всяком случае, нужно увидеть ее еще не раз на более значительных соревнованиях. Фактически, это ее первый турнир на таком уровне, этап гран-при, взрослый этап гран-при. Ну, не все у нее получилось. Вот была серьезная ошибка на тройном флипе. С остальными элементами она справилась. Ну, каскад у нее, правда, 3-2. Тройной ридбергер, двойной с улупсом. Личный рекорд. Она, кстати, выступала в этом сезоне в Германии на Небелькорн Трофи в Оберсдорфе. Вот показала там 55,79 балла. Это ее в данный момент личное достижение. Кстати,
Такая сумма, в общем-то, совсем неплохая. 55,79 балла. Но вот сейчас из-за падения на тройном флипе, конечно, улучшить ей вряд ли удастся. Вот это каскад. С каскадом она справилась. Правда, каскад 3-2. Ну и вот тройной флип и падение. Кстати, вот на этом турнире в Оберсдорфе она выступила совсем неплохо. Там было довольно много участников, она заняла четвертое место. Но вот сейчас результат она показала поскромнее, чем баллы, набранные в Оберсдорфе.